Молодым девушкам, которые желают учиться в школе в Индии, предстоит молча бороться за это право. Отсутствие конфиденциальности и безопасности подрывает их право на образование. They don't have facilities in school, so they can't change their clothes or pads easily. As a result, they're wearing an over-soaked, wet cloth or pad all day, are unable to concentrate. Sometimes it's so bad that they just leave and go home, missing school. Нехватка средств в школах шокирует, но гораздо хуже социальная стигма вокруг менструации. Менструация не обсуждается, и культура секретности заставляет девочек чувствовать себя изолированными. То мне не было понятно, что происходит. Я боялась. Я потом в школу пошла, то моя кафля храбогаяда. Потом я была гиджа гаржа. Почти четверть школьниц в Индии оставляют школу, когда достигают половой зрелости. Во многих школах уроки о менструации часто не проводятся, хотя в учебной программе они существуют. Эти табу связаны с проблемами санитарии и гигиены. Very often, because it's linked to shame and taboos, and the fact that nobody's supposed to see you disposing of the used material, this is just dug into a little hole or thrown into running water or a pond. Совет ССВС прилагает все усилия, чтобы покончить с замалчиванием проблемы и установить практику гигиены и санитарии. Совет по сотрудничеству подготовил сотни проектов по менструальной гигиене, чтобы работать с девочками и женщинами по всей Индии. Образованные индийские женщины и девочки могут принести большую пользу Индии. Чтобы воспользоваться этим потенциалом, очень важно изменить учебный план для более здоровой, безопасной и процветающей Индии.